память, в 69-м году в Одессе, как известно, была холера. Ну, и, Давид Григорьевич, между прочим, я тоже там попал в эту самую холеру. Да. И на Дерибасской есть гостиница «Спартак». Вот мы в этой гостинице «Спартак» проходили обсервацию. Да. Сдавали анализы всякие и прочее. Ну, бесплатно нас питали там, понимаешь. Ну, вот. И по этому поводу мы сочинили вот такую вот песенку, значит. На Дерибасовской случилась холера, ее схватила одна, блядь, от кавалера. Пусть Бог отнет, но Бог накажет эту бабу, чтоб подворотня где-то видела арабу. Вот из-за этой неразборчивости женской холера прет уже по всей Преображенской. Заговорили о холерном в Убрионе, на Мясоедовской в порту на Ланжероне. Чтоб я так жил, как не нужна эта холера, но тут властями била видумана мэра, что в страшных муках всем нам не усраться, определили нас в одну из обсерваций. Нет, нам вакцин таки французских не давали, велели, чтобы руки хлоркой обмывали, а чтоб имели мы к тому, чего смешного, нам подсадили даже Мишу Водяного. Чтоб я так жил, какой обед нам подавали, его гуляш вам захотелось, себе едовали. Зато еду мы получали троекратно. Какого хера вы б хотели за бесплатно? Затем врачи нас всех забрали на заметку, велели всем они покакать на газетку. И как сказала тетя Соня с молдаванки, засрали, бля, все спайт-байонеза банки. Нет-то за любовью женским не гнались, молили Бога, чтоб роскошным бил анализ. Какую даму за говно бы не спросили, она кокетливо ответила вам: или? Нет, вот вам история одной из обсерваций, где нам пришлось для государства обосраться. И вот вам песня поколением назидания за ту холеру, что досталось в свидание с Одессой. Вот так. Сатисфакция.